Ежегодная благотворительная акция «Елка желаний» проводилась во всех крупных торговых центрах города. Свои желания на таких вот открытках-снегирях оставляли дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Сделать подарок и исполнить мечту ребят могли все желающие. К акции присоединился и глава города. Исполнил желание трех ребят, в том числе и юной спортсменки Виктории Тофт. Алексей Копайгородский подарил ей ноутбук и сертификат на плавание с дельфинами. За чашкой чая Вика рассказала мэру о своих увлечениях. Несмотря на свой недуг, девочка-инвалид первой группы, она достигла хороших результатов в плавании. В прошлом году дебютировала в открытом Кубке Краснодара, заняла призовые места. А в этом году завоевала 4 золотые медали и 1 серебро. Расти и развиваться Вике помогает только ее бабушка. И сделать такой подарок внучке ей, конечно же, было не под силу. Что я ничего не ожидала. Самое главное, что я с мэром увиделась. Первый раз. Мы не ожидали такого большого подарка. В общем-то, у бабушки даже как-то до речи пропало, что нас пригласят на елку, и мы увидимся с Алексеем Сергеевичем. В общем-то, и такие подарки, такие шикарные букеты. Это что-то, в общем-то, мы просто хотим поздравить всех с наступающим Новым годом. Всем здоровья, счастья, удачи. И чтобы мечты у всех всегда сбывались. А мечтайте, и мечты сбудутся. Новогоднее представление прошло в Зимнем театре. В холле для ребят прошла интерактивная программа с героями сказок, конкурсы и хоровод у елки. Также гости посмотрели спектакль по мотивам сказки Александра Пушкина «Сказка о царе Салтане». Ее представили артисты Краснодарской филармонии. Всего прошло 4 таких представления. В общей сложности елку главы города посетили более 3000 юных сочинцев. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.